Совещание с проектировщиком прошло в формате видеоконференции. Дарья Михайлова отметила, что при актуализации схемы ресурсники из Китима активно шли на контакт. Присылали всю необходимую информацию. Все замечания от них устранялись быстро. В ходе работы проанализировали текущее состояние, оценили перспективу развития. Проектировщики предложили варианты для оптимизации системы теплоснабжения. В трех микрорайонах необходимо выполнить капитальную реконструкцию системы ГВС. Также предполагается выполнить ряд мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Данный пункт обусловлен и требованием законодательства Российской Федерации об энергосбережении и необходимой для города Искитимы, так скажем, простыми словами, экономии. Необходимо больше установить частотных преобразователей, где-то уменьшить задвижки, то есть установить, реконструировать систему точечно. Все замечания, которые были озвучены в ходе совещания проектировщикам, будут учтены. Исправленная схема придет в ближайшее время.